Изучение языкового программирования может быть быстрым, стремительным, результативным. Что сделать для этого? Что значит быстро? Быстро – это полгода-год. Что мы должны достигнуть за эти полгода-год? Первое. Посмотрите, Web3, Toga, Django. Три разные библиотеки. Со стороны человеческой логики они делают разные вещи. Со стороны кода они делают, происходит одно и то же во всех библиотеках. То есть нового ничего нет. Законов программирования меньше, чем пальцев на руках. В этом надо разобраться. Результативности можно достичь только двумя способами. Подойти по-иному. Все справочники устроены одинаково. Впереди идет тип, идут типы, и далее все по порядку. Это много. Мы ограничим изучение языка всего четырьмя конструкциями. Но для этого нам надо будет ответить примерно на 400 вопросов и написать 7000 строк кода. Все остальное во всех языках программирования будет для этих четырех конструкций применяться одинаково. Эффективность достигается за счет понимания ученика конкретно этих конструкций, умения читать в коде, умения читать документации, умение принять решение на основе исходного кода и документации. В данном случае эта строка является ключевой. Код будет писаться как атрибуты, что мы и видим в документации и понимаем. Нам осталось изучить малость. Посмотрим на практике, ссылка есть. В данном случае разные конструкции языка в зависимости от знаний и готовности я изучаю, даю в разное время. Например, в данном случае мы рассматриваем объект первого класса через 50 вопросов примерно. В статье написано почему, что делали до, что сейчас, что после. Второй пример. Я прошу человека посмотреть на объект с точки зрения C++. В языках Python, Java, JS, Kotlin. 4 языка. Но принципиально будет все одинаково. Тютелька в тютельку. Я буду добиваться, чтобы все было правильно. Файл длинный, дальше можно не смотреть, потому что здесь со стороны C++ здесь все неверно. Иными словами, должно быть тютелька в тютельку. Я буду столько добиваться от человека, пока это не ляжет в голове правильно и не будет найдено во всех языках. Это очень просто. Я буду добиваться, чтобы объект перестал быть словом. В данном случае надо тип передвинуть на первое место, подсказываю. Тогда начинает становиться вторая часть. Третья часть вообще отсутствует. Иными словами, пока надо разобраться, что должно быть правильно. То есть, с чего начинается язык, что в языке есть объект. И мне надо добиться, чтобы все стало объектом с этих трех составляющих. То есть, то, чем можно думать, соображать и принимать решения. Хоть это очень простая вещь, но она является ключевой в этой системе обучения. Надо добиться понимания кровь с носу. Почему? Как происходит понимание, что это важно и что это нужно? Потому что объект во всех языках C-подобных имеет одни и те же свойства. Он тютелька в тютельку работает во всех языках одинаково. Да, по-разному реализован разные формулировки, но при этом надо увидеть именно со стороны C++ и одинаково. Тогда все станет на места. Что нужно сделать? В описании есть ссылка. Индивидуально выбрать свой план. Спасибо.